Сейчас контроль, сейчас контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Всем привет, друзья мои! И снова с вами я, Светлана Ата. Сижу на балконе, на базар не пошла сегодня, аж Кым сам пошел, все принес. А я сижу и тащусь от нашего солнышка. Так что Ашкэм принес очень вкусный банан, и я как схватила и уже их съела. Так, сейчас я вам покажу, что он принес. Ну, а цены, наверное, потом озвучу. Так, кстати, сегодня к нам в гости приходит племянница со своим женихом. Они были в деревне у Анемчика, и она нам кое-что передала для нас. Вот они сегодня принесут. Ну, а я должна готовить ужин. Ашкэм вчера забыл мне об этом сказать, предупредить меня, чтобы я что-то подумала, поэтому у меня есть час времени, и я должна что-то приготовить. Он побежал за крылышками, бедрышками куриными, я поставлю в духовке, а я приготовлю быстрый суп из красной чечевицы, мерчевик. Такой классный вариант, вообще быстро-быстро, все вкусно получается. И сделаю плов с нохотом. Ну и будут крылышки, естественно, салат тоже. Ну что, приступаю я за приготовление супа. А сначала я вам покажу, что мой муж купил на базаре. Цены я не знаю. Вот такие вкусные бананы купил. Обалдеть, какие бананы, вот настоящие бананы. Он сказал, что это дорого, я спросила, а сколько дорого? 9 лир килограмм. Я удивилась, 9 лир, вот купила, значит, грибы. Килограмм, соскучился мышкой. Брокколи. Так, я его попросила, чтобы он купил шпината. Я же стараюсь на правильном питании, но не получается. Буду кушать овощи побольше, зелени. Купил зелень, купил вот такие красивые вашингтоны. Почему не апельсины? Потому что у них попка, видите, попка. Они очень вкусные, без косточек. Так, купил он вот такую капусту для салата. И купил 2 килограмма, видно, лука и помидоры. У нас, в принципе, все есть. Сейчас он принесет крылышки, ребрышки, ну, купил капусту, картошечку и яблочки. Ну, а я буду приступать к готовке ужина. Время летит. Друзья мои, мой Ашкэм пришел, посмотрите, какую он мне прелесть принес. Карта желаний срабатывает, это точно. Когда уходил, вообще сила мысли, сила слова очень сильно действует. Вот так вот. Друзья мои, как они пахнут, красота. Так, еще что он купил? Купил суджук килограмм. Купил мне грудку. Купил там йогурт такой домашний. Сколько он стоит? 3? Или тут какие-то цифры непонятные. Можно здесь чеки посмотреть. Чек переверну сейчас. Так, он заплатил 179, что купил. Ну, тут не написано, что именно. Так, он купил, смотрите, 2 кило готовых. Сейчас я быстренько в духовку. На базаре купил 2 кило фасоли. Она стоит 30, 15 лир килограмм. 30 лир он заплатил. И домашние яйца. У меня уже, значит, что я готовлю? Рис готов, почти. Зеленушка лежит у меня, уксуса. Для нохота у меня, видите, заранее нохот приготовила, сварила. Как хорошо. С пивом сегодня сделаю. Тут у меня варится суп, мерджик уже. Лимончики купила ножкой мой. Ну, вот такие вот дела у нас. Жду гостей, готовлюсь. Ну-ка, естественно, они не захотят сниматься на камеру. Но я вам потом, может, что-нибудь расскажу, покажу мельком, чтобы они не заметили. Мои хорошие гости мои пришли, ужин готов, не буду их показывать,
Иду кормить их, мои дорогие. Такое все красивое и вкусное вышло. Ням-ням. Уважаемые друзья, мы сидим, пьем чай и смотрим Survivor. У меня, видите, носочки моей свекровушки. Кушаем конфетки. Конфетки уже заканчиваются, потому что я всех угощаю. Аж кому понравилось мой чай. Многие говорят, что мой муж неразговорчивый. У него как-то кто-то есть рядом, гости. Он столько разговаривает. Очень общительный, очень интересный он. На любую тему может с вами поговорить. Так что вот так вот у нас такая приятная ситуация. Сейчас чаек выпьем, и они уже, наверное, пойдут. А мне на бочок так хочется полежать. Ya bu kız tam beceriksiz çıktı ya. Ha voleybolcuyum dedi. Çıktı sahaya voleybol oynayamadı. Bak. Tabii ondan sonra 2 hafta baktıydım. Sonuncu. Ben şeyden takip ediyorum. Eksemin ediyor. Acil diyor ki. Ya почему в этой кофточке я была на балконе, жилетки. Я была на балконе, на кухне, кухне было, пока посуду все сложила. Помыла, поэтому сижу. Сейчас вот кондиционер включили. И можно уже и раздеться. Гости ушли. А мы посмотрим, что мне передала АММчик. Забыла, как называется. Забыла. Ну, это очень полезный фрукт или ягода, не знаю. Вот, смотрите. Целый пакет. Очень полезный, друзья мои. Дала вот столько АММчик. А также, моя АММчик передала сюда йогурт, манку и вот дуд. Сухой дуд. Смотрите. Я люблю его так кушать. Это изюм. Изюм. Наш виноград. Вы видите, я без очков уже не вижу. Он также и дуд есть здесь. Вот. Как вкусно. Вот дуд такой. Тутовица или как называется по-русски. Как полезно. Сейчас мы будем есть, кушать с Сашкиным. Ну, а также вот как сметана, сюзьме йогурт. Она сама сделала из молока. Ну, вот так вот очередные гости ушли. А мы с мужем будем отдыхать. Приятного вам вечера. Спасибо, что были со мной. Лайки, лайки. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Ой, как вкусно. Вы себе не представляете. Ну, когда на диете сидишь, натуральные, без химии. Очень вкусно, очень. Спасибо Анымчику и Баба Джиму за их труд. Мои дорогие друзья и подписчики, у нас для вас очень хорошая новость. Чук и хабер вардюрум. Ашкым меня обрадовал. Амасоли ашкым ханги хабер варбизды. Хабер? Карантина. Карантин, значит, насчет карантина новость? Бульге, шеир. Ну, в каждом городе по отдельности. Хасталын йоунлуна гера, артышын йоунлуна гера. В зависимости от заболеваемости. Шехирлер белирленди, бульгелер белирленди. Ве рейнг кодлары. Ну, от разных районов, в районах какая заболеваемость, и разные есть же цвета заболевать. Красная зона, желтая зона. Сурашким.
Мерсин кırmızı değil. Мерсин kırmızı değil. Мерсин не в красной зоне. Но есть чуть-чуть заболеваемость. Çok iyi de değil. Orta seviyede. Ну, средняя. En yoğun iller kırmızı. Hastalığın en yoğun geçirildiği yerler kırmızı. Yoğun, çok, çok fazla. Nerede? O kırmızılarda. А, ну где, tamam aşkım, где красная зона, это там значит много. Sonra aşkım. Kırmızılar. Tamam aşkım, kırmızılar. Açılmayacak. Dinle ama. Nerede biliyorlar kırmızılar? Kırmızı bölge, o şehir, hangi şehirse. Tamam, sen böyle söyle, karantin nasıl bitirdin? Normal söyle. Bitmedi ama daha. Bitmiş değil ki karantina şu an. O kırmızı bölgelerde devam ediyor. А, где в красной зоне? İyi olan yerlerde. В красной зоне карантин продолжается, но в тех зонах, где желтый, синий, там этот все уже. Ne? Şimdi mesela Mersin'de. Например, Мерсине. Arttı Mersin'e. Hastalık. Nasıl? Fazlalaştı, çoğaldı. Ne olacak? Kırmızı. Hop. Ondan sonra много. Hafta sonu dışarı çıkmak yasak. Pastalar yasak. Haber söyle aşkım. Ben durumu söylüyorum. Şimdi bulunduğumuz durumu anladım. Haberi bilmiyorum ki ben. Как он много любит разговаривать. Я мне столько переводить надо. Sana iyi ama sen çok tercümanlı yazayım diyorum. Sen çok konuşma. Sonra diyorlar sen Türkçe bilmiyorsun aşkım. Diyorlar biraz bazen bayanlara. Bazen bayanlara diyorlar sonra sen o konuşuyor sen aceliyorsun. Evet yarısı. Çünkü ben hayal etmiyorum. Demek istediğim şu. Что он хочет сказать в итоге? Mesela bugün çok iyi değil mi burası? Сейчас знаете сколько время? 2 часа. Yarın kötü olabilir. Kötü может, olursa завтра будет плохо. Tekrar önlemler alınacak. Если будет плохо, значит все опять... Ну, tamam aşkım ama en önemli haber. Haber dedim var. Haber ne? Kırmızı, sarı, mavi, renkli. Karantin haber... bitirdin söyle. Aa! Evet, karantin bitti. Çak. Наконец-то. Çak. Çap çap. Karantin bitirdi. Biz de nasıl bitirdi? Söyle, anlat şimdi. Hasta sayısı azaldı. Hasta. Sayı azaldı. Şimdilik bitti. Bitmiş değil tamamen. Dünyada bitmiş değil. Ne bitir, bitmiş? O söyle. Çıkmak olur. Lokantalar. Наконец-то. %50 müşteri alabilecek. Значит, в ресторанах, кафе 50% можно принимать людей. Bunlar kontrollü ama. Kontrollü. Biz ne zaman gideceğiz restoranda? Мы когда пойдем в ресторан? Gideceğiz. Gideceğiz. Evet, 8 Mart'a gideceğiz. 8 Mart'ta. Mart'ta evet Mart. 8 Mart. Az kaldı. Az kaldı aşkım az kaldı. Sonra aşkım ne? Sadece restoran, lokanta. Sinemalar. Kinoteatre. Spor. Sportivne zali. Havuz, baseyni. Havuzlar da. Baseyni. Havuz. Sonra aşkım sen ne dedin? Выходить можно pazartesi günü. Cumartesi günü, pazar günü можно выйти на улицу. Evet, yasak kalktı. Sonra yaşlı insanları. Onları da aşılar. Yani, тоже можно для пожилых. Onlar saat dilimi koymuşlardı, aşılar şimdi. Gençler раньше de. Раньше можно было им по времени, какие-то определенные часы, а сейчас в любое время ходить. А как раз мы прочитали новости в 10 часов. И пол одиннадцатого. И я говорю, ой, Мика, хорошо, говорю, давай. Он говорит, давай, собирайся, пошли гулять. Сен банадеден хабер геч. И бен сен дедеден, хади, калк гидиджес тишаре. Сад он дозом. 2 часа ночи. И кисад чем бедерам. Мы хабер сизе анлатиорус. Ашким сонра не, сонра. Кушаем фрукты. Sonra aşılama devam ediyor. En son 7.000 Vaksinasyon продолжается. 7 milyon insan aşılandı. 7 milyon. Şimdi ikinci grup aşı bekleniyor. İkinci grup aşı bekleniyor. Şu anda öğretmenler. Сейчас вторая группа пошла. Aşılanıyormuş. Grup grup aşılanıyor. Я сегодня разговаривала с племянницей. Она очень аллергичная такая, как даже хуже меня.
и она боится делать прививку. А сестра старшая его, Абла, них вообще не будет делать. Говорит, если только принудят меня, и этот боится укола, вообще не, и от гриппа никогда не делает ничего. А, и Ашким тоже уже не хочет делать прививку. Ашким да не из Тимиори Абмакаши. Сен. Чунгу из Тимиорсен Ашким. Şimdi ben rahatsızım, benim aşı olmam lazım. Beni yapmıyorlar şu anda. Sırana bekle diyorlar. Надо говорит очередь ждать. Не всем делают сразу. Sen benim aşı olmamı mı istemiyorsun? Benim adıma niye söyledin? İstemiyorum. Ne olacak ki aşıdan? İstemiyorum aşkım. Aşı iyidir ya. Tamam aşkım. Teşekkür ederim. Spokojnoj noći, iyi geceler. Ну, а мы пошли. Я пошла спать. Он точно не пошел, а я уже спать хочу. Пока-пока. Пока-пока.